Был пойман вечером, а днем у генерала был прием. И генерал кричал: я так и знал, я накажу вас, а пока я отправляю вас в войска. Вы служите, мы вас подождем. Прошло еще 4 дня, и снова вызвали меня. И генерал кричал: нехорошо, сегодня ночью вы опять ушли по городу гулять. Вас офицер в казарме не нашел. Я 30 лет, да и полет служил, забыв про белый свет. Зато хош и дурак, но генерал тупой до слез. Я службу нес, а вы, я рапортом донес, что вовсе к вам доверие потерял. Я вышел злой, без всяких мер, но курсовой мой офицер тот час себя поставил мне в пример. Он и деколь разрешения нет, не бегал даже в туалет, хоть был готов, как юный пионер. И через час от этих слов я снова был совсем готов, и через черный ход я в самоход. За 20 бед один ответ, Виат Дзержинского привет, взаимно согласимся на развод. И надо сказать, что...